Я счастливая мама двоих детей. Моя жизнь похожа на мечту. Только чистой одежды нет пока. Вот пятно от молока. Ну а это шоколад. Нет, совсем не шоколад, но зато мои дети выглядят прекрасно. Новые брюки, платье с бантом, а я потом. Я мечтаю ванну принять, просто так полежать в тишине. Просто так полежать, можно даже воду не набирать, лишь бы никто меня не трогал и не пытался в дверь стучать. Ведь сразу приспичит всем в туалет или сойдутся в схватке с котом. Ладно, я потом.